27 ноября 1989 года над колумбийской Боготой взорвался Боинг 727. Жертвами авиакатастрофы стали 110 человек. Это был наиболее резонансный теракт, подготовленный людьми босса наркомафии Пабло Эскобара. Целью теракта было устранение политика Сесара Трухильо, который, как выяснилось, все-таки не сел в тот самолет, стал президентом Колумбии и добился вначале ареста, а затем ликвидации самого могущественного и зловещего преступника конца прошлого тысячелетия. Несомненно, многие смотрели художественные и документальные фильмы о наркобаронах, а также в целом о наркоторговле. Большая часть этих лент основана на реальных событиях. И большинство этих историй о криминальных организациях, занимающихся операциями по нелегальной торговле наркотиками, касаются стран Латинской Америки. Однако с еще большим коварством в организации транспортировки наркотических средств и государственной поддержки этих операций можно столкнуться совсем в другой части мира, в частности, в Иране. На словах, называющий себя Исламской Республикой, Иран является хабом, своего рода оптовым рынком для распространения наркотиков во многие страны мира. Проблема с наркотиками в Иране заключается во всеобщей доступности опиума. Страна имеет самый высокий показатель потребления опиума на душу населения в мире. В Тегеране ежедневно употребляется 4000 килограммов наркотика. 2,8% жителей страны в возрасте старше 15 лет хотя бы раз употребляли опиум. По данным правительства Ирана, число наркоманов в стране превышает 2 миллиона человек. В Иране продается самый дешевый опиум в мире. В городе Захидан, например, 3 грамма опиума можно приобрести всего за 10 тысяч иранских реалов, что равноценно 1 доллару. А килограмм наркотика стоит 330 долларов. В стране, где до сих пор применяются ужасающие пытки, где за незначительные, на взгляд просвещенного человека, проступки людей приговаривают к смертной казни через повешение, не изъявляют серьезного желания бороться с продажей наркотиков, а наоборот, всячески поддерживают его экспорт в соседние страны. Исламская Республика ежегодно получает миллиард долларов дохода от глобального экспорта и транспортировки наркотиков. В 2012 году Министерство финансов США объявило, что контрабанда афганского героина через Иран контролируется генералом Корпуса стражи Исламской революции. Азербайджан расположен к северу от Ирана и является одной из главных мишеней иранских наркокартелей. Регулярно в сводке новостей пограничной службы Азербайджана можно увидеть сообщение о задержании на границе иранских наркоторговцев. Азербайджан-иранская граница напоминает американо-мексиканскую в неутомимом стремлении наркоторговцев ее нарушить. Количество попыток провоза наркотиков на территории Азербайджана увеличилось после того, как в 2020 году Баку восстановил контроль над участком дороги на государственной границе с Ираном, тем самым остановив наркотрафик из Ирана в Армению и дальше в Европу через оккупированный до того периода Джабраил. Это прекратило финансирование, в том числе и доходы армян от продажи наркотиков. После того, как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участке государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу, объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в 2 раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу. К слову, в докладе Международного комитета ООН по контролю над наркотиками за 2018 год Армения указана в качестве транзитной страны для перевозки наркотических средств из соседнего Ирана. В последнее время на границе Армении и Ирана сложилась напряженная оперативная обстановка, в связи с чем на данном участке установлен ряд оборудованных постов несения службы пограничных нарядов. Об этом 8 августа 2022 года сообщило пограничное управление ФСБ России в Армении. Сложилась напряженная оперативная обстановка, вызванная увеличением попыток незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ – гашиш, метамфетамин, героин – из Ирана в Армению, говорится в сообщении. В свете усилий Ирана поставлять наркотики в Азербайджан приведем исторические данные, схожие с целями, которые преследует сегодня это государство. Опиумные войны. Военные конфликты на территории Китая в XIX веке между западными державами и империей Цин.
Одной из основных причин военных действий были разногласия в вопросах торговли с Китаем. В первую очередь опиумом, откуда и пошло название войн. Торговцы с 18 века ввозили в Китай опиум, что приносило им колоссальные доходы и одновременно подрывало физические и нравственные силы китайского народа и экономику страны. За период с 1795 по 1838 год в Китай было ввезено 27 тысяч тонн опиума. Так как прямой импорт в Китай иностранных товаров оставался под запретом, опиум в Поднебесную ввозили контрабандой. При этом Ост-Индская компания для продажи производимого на подконтрольных ей индийских территориях опиума нанимала независимых купцов. В 1839 году Китай прекратил торговлю с иностранцами, а в июне 1840 года конфисковал и уничтожил до 1200 тонн опиума. Именно этот факт привел к началу опиумной войны. Сегодня, спустя столетия, история повторяется, но в другой части мира. Иран лишился возможности как поставлять наркотики в Азербайджан, так и использовать его территории для экспорта в зарубежные страны. Этот факт тут же вывел из себя Исламскую республику, ведь она несет большие финансовые убытки. Тегеран стал проводить военные учения на границе с Азербайджаном, угрожать Баку захватом территории. Однако, не добившись никаких результатов, вынужден был отстреливаться пустыми громогласными заявлениями на уровне депутатов иранского парламента и низкопрофильных экспертов. Тегеран прекрасно понимает, что если пусть даже на один метр перейдет границу с Азербайджаном, он подпишет себе смертный приговор. Во-первых, это поднимет против властей десятки миллионов азербайджанцев. Во-вторых, Баку получит международную поддержку со всеми вытекающими последствиями. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос журналиста о все более угрожающих заявлениях Ирана в адрес Азербайджана. «Нам было совершенно ясно, что Иран представляет угрозу для региона. Мы будем и впредь стоять рядом с нашими партнерами, поддерживать их и в конечном счете противостоять тому дестабилизирующему влиянию, которое оказывает Иран в регионе и, возможно, за его пределами», – сказал Нед Прайс. Еще один важный факт, который мы не можем обойти стороной и который играет важную роль в дестабилизирующей деятельности Тегерана – это десятки миллионов азербайджанцев в Иране. Они многие годы ведут борьбу за свои права и считают Баку намного ближе для себя, чем Тегеран. В тюркском мире молодое поколение должно иметь возможность получать образование на родном языке в странах проживания. К сожалению, большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами азербайджанского государства, лишены этих возможностей. Азербайджанлының әксәриәті бұ имкәнлардан мәхрумдур. Обучение соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств на родном языке, постоянно должно находиться на повестке дня организации. Следует предпринять необходимые шаги в этом направлении. Тегеранский режим никак не может переварить победу Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года, которая вселила надежду в сердца десятков миллионов этнических азербайджанцев, являющихся гражданами Ирана. Выходящая в США газета «Jewish Press» опубликовала статью, посвященную положению проживающих в Иране азербайджанцев. В публикации говорится, что азербайджанцы протестуют против репрессий иранского режима в отношении азербайджанского языка. Хотя азербайджанцы играют ключевую роль в иранском обществе, подавляющее большинство из них не может ни читать, ни писать на своем родном языке, так как это запрещается режимом мул. По данным Организации Объединенных Непредставленных Наций, во всей стране нет ни одной школы или университета с тюркским языком преподавания. Нет даже курсов по изучению этого языка. Азербайджанцы в Иране – основная часть азербайджанского этноса, составляющего большую часть населения иранского Азербайджана, провинции Западный, Восточный Азербайджан и Ардебиль, и провинции Зинджан, Казвин, Меркези и Хамадан. Общая их численность составляет около 25-40 миллионов человек. Очень часто встречаются кадры, как иранские азербайджанцы, в том числе и дети, поют песни на азербайджанском языке. В материале «Голоса Америки» говорится, что по мере того, как по всему Ирану продолжаются антиправительственные протесты, лозунг «Свобода, справедливость и национальное правительство» стал обычным на улицах Тебриза, Урмии и Ардебиля, трех крупнейших азербайджанонаселенных пунктов на северо-западе Ирана. Лозунги, которые звучат и иногда появляются на знаменах на северо-западе Ирана, в основном на тюркском языке.
Эти лозунги свидетельствуют о том, что азербайджанцы хотят участвовать в антиправительственных протестах со своей идентичностью и требованиями, считает политический активист в изгнании из иранской провинции Западный Азербайджан Махса Мехтили. Отметим еще один интересный факт. Каждую неделю можно прочитать сообщения о визите иранских официальных лиц в Армению и их заявления о дружбе с армянским народом. Иранские СМИ не отстают в этом от официальных лиц своей страны, о чем свидетельствует простой мониторинг средств массовой информации Исламской Республики. Не успело открыться консульство Ирана в недостроенном здании в Гафане, как иранские власти дали добро на открытие армянского генконсульства в азербайджанском городе Табриз. Пусть открывает, флаг им в руки, но как долго оно будет там находиться, это уже другой вопрос, принимая во внимание тот факт, что в этом городе живет несколько миллионов азербайджанцев, которые ежедневно, ежечасно смотрят азербайджанские, а не иранские каналы и хорошо осведомлены о происходящих событиях. Между тем, массовые протесты в Иране продолжаются уже несколько недель. Люди протестуют против репрессий и насилия со стороны властей в отношении мирных граждан. Это самая крупная волна общественного недовольства в Иране за несколько десятилетий и серьезный вызов для властей страны. Все началось после смерти 22-летней Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана иранской полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба. Свидетели ареста утверждают, что полицейские избили девушку, после чего она впала в кому. Через несколько дней Махса скончалась в больнице. На различных роликах в социальных сетях видно, как иранки сжигают свои хиджабы и публично отрезают волосы под лозунги «Женщина, жизнь, свобода» и «Смерть диктатору». Мужчины самого разного возраста также примкнули к протестам во многих городах, выражая полную поддержку требованиям своих соотечественниц. Базирующаяся в Норвегии иранская организация по правам человека сообщила о гибели более 200 человек в ходе протестов в Иране. В интернете огромное количество информации про то, как иранский режим наказывает всех, кто выступает против него и поддерживает активистов. Например, в 2019 году мисс Иран Бахаре Заре Бахари попросила убежище у властей Филиппин. Девушка боялась депортации в Иран, потому что там ее могли ждать смерть или заключение в тюрьму. По словам Бахаре, все это было связано с тем, что она поддерживала активистов, выступающих против иранского правительства. Недовольство иранцев чрезмерным вмешательством духовенства в их частную жизнь копилось последние 20 лет. На фоне массовых протестов в Иране, в том числе и в азербайджано-населенных регионах, Тегеран решил изменить повестку дня поиском внешних врагов, которых власти стали искать как на севере, так и на юге и западе. Иран сегодня напоминает Сирию времен начала гражданской войны, когда с каждым днем все больше расширялись акции протеста, а их подавление приводило к еще большему кровопролитию. И наступил момент, когда уже была пройдена точка невозврата. Президент США Джо Байден пообещал освободить Иран. «Они довольно скоро освободят сами себя», – также добавил Байден. Как сообщили американские СМИ, Иран готовится к неизбежному нападению на Саудовскую Аравию. Такие разведданные саудиты переслали США, сообщает Wall Street Journal. В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень тревоги для своих военных. Вместо того, чтобы делать выводы и разбираться с ситуацией в своей стране, Тегеран продолжает плести паутину для Азербайджана. На днях стало известно о разоблачении шпионской сети, созданной иранскими спецслужбами, и аресте 5 человек. Как сообщает служба государственной безопасности Азербайджана, в результате расследования было выявлено несколько групп в соцсетях, в которые были вовлечены граждане Азербайджана, действовавшие под влиянием скрывавшихся в Иране и уклонявшихся от уголовной ответственности Тохида Ибрагимбейли, Урхана Мамедова и Эльшана Гаджиева. Посредством этих групп осуществлялось распространение радикальных религиозно-экстремистских идей, противоречащих современному международному праву и правам человека. Следствие продолжается, и, думается, его результаты выявят много интересного. Этот выпуск мы начали с данных об уничтожении пассажирского лайнера людьми босса наркомафии Пабло Эскобара. Данный случай превратил его в изгоя во всем мире. Иран также делает все возможное, чтобы превратиться в изгоя в глазах международного сообщества. Игроки-актеры совершенно разные, но методы террора одни и те же.